Как вы считаете, кто в Строц самые преданные футболисты? У тебя сколько надо человек? Ну, давайте топ-3. Топ-3? Да. Так. Эд, который сначала... МКС. Ну, наверное, Слон. И кто остался, кто в составе играет? Есть Манна. Знаете, это люди, которые с первого сезона, ну, там, со второго сезона. Кто еще был у нас? В принципе, больше никого и не было. Вот на данный момент больше всех МКС сыграл турниров. 4, наверное, вот эти 3 человека. А если самых лояльных людей брать, которые, ну, склонны к переходу?